Thank you.
Thank you.
А ты видел, там каблучок стоит? Кошечка снимает. Ну, сейчас придет мальчик через 5 минут. Пятер, пятер. Ничего не скажешь. А, давай. Чехлы можно за 450 купить. Так зачем их чистить, если можно новые купить? Что разница? Серенькие какие-то можно, черненькие. Можно зелененькие, с красненькими вставками какие-то. Ну, посредине, чтобы они были. Можно без кожи вот этой, которая по бокам, просто. Можно, чтобы они были как пушистенькие, как под бархатом. Можно. Хорошо.
рано разбудила тоже. Да, нормально. Машину и пищит вот так вот резинку. Просто не хочу, чтобы машина стояла. Сейчас же пока тепло, надо ехать. Потом думаю, надо встать. Забили машину, я так расстроила. Папа в длину не угадал. Длину вот эту штуку, то, что заливал. Как так нужно? Говорит, поставь гараж. Приезжает брат с машиной, говорю, Андрей, давай, говорю, поставим, ну сколько нужно, уже залито, уже все. Получается, знаешь, вот братик, пойди в дух, называется. Я тут машину поставила. Ну, Андрей пошел, да, припарковал, пошел, мне нормально пошел. А в длину не подошли. Ну, как так можно? Выходит отец, говорит, нет. Это морда выходит постоянно, смотрит и смотрит, и я не могу уже ее. Говорю, дедушкина машина гнила просто все, поспособствовали, там гнила, а сейчас бы ездила. Меньше бы денег положила, чем на вот эту, что купила.